Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Выборы без выбора. Латвийские власти отказываются слушать и слышать собственный народ. Народ Латвии не слышит политики Латвии, которые избираются прозападными клановыми партиями. Народ устал от этого. От создания базы данных до организации совместных сетевых научных центров. В Полске прошло заседание комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию. Это во всяком случае будет мотивирующим фактором работы наших молодых исследователей и ученых. Новополск живет преддверием большого юбилея. Народные избранники утвердили номинантов ежегодных городских премий. Мы проанализировали все отрасли и, конечно же, посмотрели. 65 лет Новополоцк, город Нефтеград. Конечно же, представитель должен быть нефтехимической отрасли. Он есть. Перейдем к подробностям. В Латвии 31 мая 2023 года состоялись выборы президента страны. Выборы здесь, конечно, громко сказано, так как латвийский народ по определению лишен такого важного права, как избирательное. Право выбора у людей в стране соседки элементарно отсутствует. С чем, собственно, граждане и латвийцы, вынужденные покинуть государство за преследование службы государственной безопасности Латвии, за неугодное мнение, мягко говоря, не согласны. Подробно у Капиталины Зинкевич. Солнечное утро среды, северная столица Витебской области, парк, куда постепенно собираются люди, если присмотреться, с плакатами и растяжками с лозунгами в руках. Внимательный заострит взгляд на еще одной очень важной детали. Позади консульство Латвийской республики Витебске не случайно. В стране соседки сегодня выбирают президента. Правда, выбирают, громко сказано. За свою не такую уж короткую жизнь я много участвовал в выборах и видел и в Советском Союзе, и в независимой Беларуси, что у нас излияние желания народа, выборы идут, как президента, так и парламента и так далее. Ну а здесь мы собрались в Латвии, президентские так называемые выборы. Но это не выборы, это не волеизлияние народа, а это какое-то марионеточное. Компания из 100 человек назначает для латышей президента. И друзья, которые сейчас там проживают, они завидуют нашему избирательному кодексу, нашей возможности, что мы можем избирать президента. А они такой лишены возможности. Я хочу просто выразить и свое желание, и, может быть, желание большей части жителей и граждан Латвии, которые проживают и в Беларуси, и в самой Латвии, чтобы президента выбирал не Сейм, скажем, 100 депутатов, а это были народные выборы. То есть сами граждане, жители Латвии выбирали своего президента, кого они хотят видеть. То есть чтобы были кандидаты, они там не предоставлены фракциями, которые в Сейме, они в основном подтасовывают данные, выходят в основном те же самые ведущие фракции, которые они уже годами сидят, то есть политические, они уже просто известны все. И ничего не меняется, уровень жизни в Латвии не меняется от этого. В принципе, они выберут себе им реально нужного желаемого президента, который бы был в их интересах, их политических, скажем так. Не то, что это самих фракций, скорее всего, западных стран. Скажем, то же самое Евросоюза, Америки, США. Я считаю, что так не должно быть, что президент должен выбирать народ. В соответствии с Конституцией Латвии, которой на минуточку без малого более века, президентом государства может быть избран полноправный гражданин Латвии, достигший возраста 40 лет и не имеющий двойного гражданства. Но, по всей вероятности, политические элиты Латвийской Республики не только не читают законы, которые сами же и издают, но и еще плохо знают существующие. Каринш, это он гражданин США, это премьер-министр Латвии. Жил долгое время в штате Делавэр. Нынешний президент Левиц, он гражданин, является гражданином Германии.
И даже председатель Центральной избирательной комиссии Латвии, которая сейчас недавно была назначена, это Синтия Саулита, она родилась в Латвии, но она также является гражданкой Австралии. То есть о каких могут быть, какая речь может быть о легитимных выборах? Латвийский народ не слышит не только в самом государстве. Граждане по определению остаются не у дел даже за пределами якобы демократической республики. В попытках абсолютно законно высказать свою гражданскую позицию представители консульства в уже привычной манере только и делают, что создают вид якобы озабоченности о собственных людях. На самом деле, смотрите сами. Можно сказать, вам очень интересно. Выйдут? Как и стоило того ожидать, для разговора или хотя бы как минимум для того, чтобы забрать письмо с обращением, к Александру из латвийского посольства никто не спустится. Ждем. Общение продолжилось через домофон. На том конце провода в основном молчание, с другой стороны вопросы без ответов. Будет ли гарантия того, что она будет прочитана и дойдет до Риги, хотя бы до посольства, и до посольства, которое находится в Минске, посольство Латвии. Потому что я уже, говорю, два раза слал письмо по почте, и оно, наверное, не дошло, и было предварило. Также слал на электрон, пожалуйста, также не было ни ответа, ни каких-то комментариев по этому поводу. Народ Латвии не слышит политики Латвии, которые избираются прозападными клановыми партиями. Народ устал от этого, и поэтому люди, даже те же сами вот латыши, недовольны проводимой политикой вот этих прозападных американских и европейских политиков, которые с двойными гражданствами, и просто хотят, чтобы их услышали те же люди, которые живут и работают в Беларуси. Я в том числе, и такие же, как я, которых преследуют СГБ Латвии за свои политические убеждения. Мы хотели вот прийти сюда, к консульству Латвийской Республики, в день выборов президента Латвии, и высказать свою гражданскую позицию, потому как в Латвии уже несколько лет или десятилетий принимаются антинародные законы, которые не нравятся населению и тем людям, даже которые вне политики. Недовольных латвийским внутренним и внешним курсом с каждым днем становятся все больше антинародные законы, политическая обстановка в стране, острые бытовые вопросы только усугубляют ситуацию. Картина жизни в Беларуси, которую видят приезжие и вынужденные бежать из родной республики граждане, как минимум заставляет задуматься. В целом конкретно отрезвляет. Я могу сказать, что здесь то, что как бы... Во-первых, есть у людей работа все. Во-вторых, медицина бесплатная. Вот так, это если брать вот именно житейские. Вот так в основном то, что предприятия работают. У людей есть работа, это, ну, и как бы люди не загружены вот теми проблемами, что как бы, ну, выжить завтра. Везде немножко цены как бы растут, но и такими темпами, скажем так, и я еще не понимаю, для чего вот устраиваешь политику государства, если они все говорят, что они, да, они как бы вот, мы за народ. Ну, а вы народ спросили, народ хочет покупать, скажем, там ресурсы, например, у Запада, которые стоят, извините меня, в 4, может быть, в 5 раз, если может быть что-то не дороже. Зачем отворачиваться рынок, скажем, от той же самой России, от той же самой Беларуси. Вот возьмете сельхозпродукция, то же самое... лесообрабатывающие, все это. Все же это было, как бы взаимосвязано, уже бы настроены были до конца этого года, да, вот без виз. Да. И сколько я читал, вот, скажем так, сейчас, если не ошибаюсь, где-то с сентября месяца, вот именно, что граждане Латвии, например, они хотят поехать в Беларусь, все равно их не выпустят, если у них не будет визы. Ну, что, то есть, как бы, там 10 дней или сколько там, ну, получается, как туристическое, там, тут, ну, так если страна сделала без виз, почему вы не пускаете? Чего вы боитесь? Вот здесь это чего боитесь? Что люди еще больше видят, что, ну, здесь не так страшно, это самое, как рисуете вот это. Ну, вот там, на месте в Латвии, скажем.
Выборы президента Латвии, к слову, несмотря на разнообразные прогнозы политологов и экспертов, состоялись. Главой государства, читая новой марионеткой США, стал Эдгар Ринкевич. Ярый русофоб, открытый, прошу прощения, гомосексуалист. За его кандидатуру проголосовали 52 депутата Сейма. Да-да, это тот самый министр иностранных дел, который во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году вместе с мэром Риги Стакисом заменил государственный флаг Беларуси на запрещенную символику. В Беларуси, надо сказать, на нового президента Латвии по данному факту возбуждено уголовное дело. К другим темам. Приоритетным в сотрудничестве Беларуси и России остается торгово-экономическое направление. Не меньше связи налажено и по линии науки и образования. Подтверждение – многочисленные профильные проекты, которые наша республика реализует с 80 регионами страны и соседки. Сильны и межвузовские договоренности. Уже заключено порядка 1200 соглашений о взаимодействии. Причем предметом обоюдного интереса становится не только инженерно-технический блок, но и гуманитарный, IT, социокультурный. Задачей на перспективу для сторон должно стать углубление интеграции по данному вопросу. В особенности, что касается подготовки кадра высшей квалификации в аспирантурах в рамках союзного государства. Об этом в том числе шла речь на заседании комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию, которое принял Полоцк. Сегодняшнее общение станет основой для конструктивного разговора, запланированного на октябрь этого года. На тематическом семинаре «Беларусь и Россия» обсудят прежде всего вопросы гармонизации законодательной базы. Проблемы есть в подготовке кадров высшей квалификации, это не секрет. И вот создать определенную научно-исследовательскую базу, естественно, что ее можно создавать, учитывая ресурсы государств и Российской Федерации, и Республики Беларусь. Возможно, мы рассмотрим создание, и такой же проект, он создан и на рассмотрении в Министерстве финансов. Мы рассмотрим вопросы создания сетевых центров обучения, переподготовки, подготовки кадров. Вот один из них будет посвящен биотехнологическим процессам. Это как предложение об интеграционных процессах. Затем вот создание действительно рейтинга для наших государств, которые будут касаться и вузовской науки, и, я думаю, издательской деятельности. Это, во всяком случае, будет мотивирующим фактором работы наших молодых исследователей и ученых. Еще один вопрос к обсуждению парламентариев – сохранение героического прошлого двух стран. В планах выпустить учебные пособия, касающиеся общей истории Беларуси и России. В пилотном формате подобные учебники уже издавались в 2020-м. Но прежде сейчас важно направить усилия на поддержание в должном состоянии воинских захоронений союзного государства. Для этого и создается общая база данных, мемориала, для чего и ведется разговор об их оцифровке. Военно-патриотическая тема находится свое продолжение и в совместных проектах. В программе заседания вопрос также к рассмотрению. Мы за счет союзного государства реконструируем комплекс «Брестская крепость». В первую очередь мы сделали, теперь вторую очередь. Сейчас просчитываем, готовим сметы, собираем все заключения по строительству мемориала на Курской дуге. Мы как бы таков паритетный порядок. Один объект делаем на территории Беларуси, другой объект делаем на территории Российской Федерации. Так был сделан памятник на мемориале Ржевском, памятник солдату. Средства бюджета союзного государства направлены и на проекты, затрагивающие сохранение народных традиций. Прямо на заседании парламентарии поддержали инициативу Полска по проведению Международного православного экономического форума «Покровские встречи». В целом же сейчас в комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию находится 24 совместных проекта. На выходе половина. Остальные еще нужно дорабатывать. Продолжить обсуждение парламентарии планируют на полях Славянского базара. К слову, тема фестиваля искусств также нашла отражение в повестке заседания.
Уже завтра один из самых молодых городов Беларуси масштабно окунется в празднование 65-летия. Первый день юбилея в Новополоцке пройдет под девизом города «Дружественного детям и подросткам». Созвучны тематики и предлагаемые новополочанам и гостям города мероприятия. Чтобы праздник запомнился надолго и оставил только приятные воспоминания и впечатления, программу и ее наполнение в городе юбиляре продумывают до мелочей. Дошлифовывают и оттачивают содержание и штрихи, утверждают важные решения. Так сегодня на очередной сессии городского совета депутатов народные избранники обсуждали и выносили решения сразу по двум ответственным вопросам. Это присуждение ежегодных городских премий, первое касаемое поддержки талантливых детей и молодежи в сфере культуры и искусства. Здесь депутаты однозначно утвердили список одаренной молодежи, в который попали 5 юных новополочан. Уже 9 июня на торжественном собрании, посвященном 65-летию Новополоцка, станут известны имена отличившихся ребят. Еще один важный вопрос – присвоение звания почетного гражданина города Новополоцка. Сегодня тех, кто носит это звание, 49 человек. В нынешнем году список пополнится еще 3 фамилиями. Мы проанализировали все отрасли и, конечно же, посмотрели. 65 лет Новополоцку, город Нефтеград. Конечно же, представитель должен быть нефтехимической отрасли. Он есть. Конечно же, представитель строителей. Тем более, что у нас, кстати, в нефтехимической юбилее «Нафтана и полимера» в этом году. У нас в этом году юбилей. Вот 2 июня мы отмечаем 55 лет нашему университету. Представитель университета. Ну и, конечно же, строители. Что Новополоцк без строителей? Мне на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь. Я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «ВОЕН-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлита. Добрый вечер. Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Беларусь. Военнослужащие войск ПВО уже прошли подготовку к боевому применению системы. В ближайшее время ЗРК заступят на боевое дежурство. В Беларуси продолжается реализация мер по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск. В том числе оснащение соединений и воинских частей новыми современными образцами вооружения. 5 новых погранзастав появятся на границе с Украиной. На Гомельском направлении один объект будет завершен до конца текущего года. Начато возведение еще 4. Для них закупаются беспилотные летательные аппараты и техника. На Мозырском направлении сформирована маневренная группа нового типа с бронетехникой и минометными группами. Южные рубежи остаются самыми сложными. Провокации с украинской стороны продолжаются. В основном это запуск дронов на территорию Беларуси. Военнослужащие и пограничники сбивают беспилотные летательные аппараты. Государственный секретариат Совета Безопасности проводит среди населения дискуссионные площадки по редакции концепции национальной безопасности. Практика обсуждения показала, что людей волнуют все составляющие документа. Это вопросы военного блока, экономического, социального. В диалогах принимают участие представители различных сфер жизнедеятельности. Военнослужащие сил специальных операций продолжают оттачивать мастерство воздушно-десантной подготовки. Предлагаем вам совершить виртуальный прыжок вместе с белорусскими офицерами. Видео десантирования из Ил-76 от первого лица. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!